Оказывается, дорогие телезрители, тут, скорее всего, водонасосная станция, что ли, что такое, ну вот, которая туда, возможно, она отсюда берет воду и качает именно в ту сторону, откуда мы пришли. Ну, то есть, другое озеро. Так, мы решили вот так, то есть, пойти, еще раз обойти вот самое крайнее озеро, ну, по карте, по которой нарисовано, она вот с этой стороны. Тут велосипедисты. Ну, то я так тоже могу выбрать. Вот, если вам среди деревьев видно, тут тоже крайнее озеро. Ну, буквально вот просто любопытно и интересно эти озерка. Ну, вот, тоже посмотрю вот отсюда, что это за сооружение такое, во-первых. Я не знаю, как оно крутится. А зачем? Не пойму. Что-то делают вообще эффект? Эффект, видимо, нету. Раньше, может, и было, но сейчас вроде эффекта нету. Должно что-то делать. Ну, во всяком случае, вот. Вот такая вот штучка здесь. Чувачками. Вон там чувак на меня смотрит или что, на велике приехал и рыбачит. Ладно, буду выходить отсюда и пойду дальше в сторону солнышка. А? Снимаю. Вот такие вот места тут. Это мы вот по лесу ходили, но мы сейчас опять выйдем на ту дорогу, на которой люди на роликах катаются. И там солнышко светит. Так что посмотрим. О, такие вот деревья. Пойдем сейчас вот так вот. Сразу сократим дорогу.